Привет, друзья! Вот сейчас, где я стою, когда-то начинались ступеньки в наш старый дом. И стою я здесь не случайно, потому что еще 2,5 года назад здесь именно, вот именно в этом месте стоял дом. Сейчас, как вы видите, за мной пустое пространство. И мое сегодняшнее видео о том, что же поменялось на нашем участке за 2,5 года. Ну, казалось бы, 2,5 года, много это или мало? А это смотря как посмотреть, ребята. Вот давайте вместе с вами и посмотрим. Было и стало. Я думаю, что это видео будет очень интересным для вас, поэтому оставайтесь до конца и все сами увидите. Ну а для того, чтобы это видео смогли увидеть как можно больше зрителей, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Ну и если вам не трудно, сделайте свой комментарий, мне будет очень приятно. Сейчас о старом доме почти ничего уже не напоминает, ну разве что вот остатки сайдинга, которые я собираюсь пустить в дело, а кое-что уже и пустил. И старые доски, часть из которых я не стал выкидывать после разборки моего старого дома. И они очень хорошо мне пригодились для реконструкции моей баньки. Вот этот сруб, который вы видите сзади меня, это и была моя баня, которая, в общем-то, вот такой вот и была. Сейчас это всего-навсего, ну, наверное, 1/3 часть того нового помещения, которое будет. Здесь вот в старом срубе будет находиться исключительно парная и мойка. Тут будет небольшой хозблок, а вот с этой стороны будет комната отдыха и, ну, такой мини-дом для гостей. Сейчас все это еще находится в такой стадии строительства. Ну, на моем канале есть целый цикл видео про баню, который, в общем-то, еще далеко не закончен. Потому что, как вы сами видите, дело еще во, ребята, позарез. Делаю я эту реконструкцию, друзья, один. Практически мне никто не помогает. Поэтому управлюсь ли я до Нового года, как планировал, или нет, не знаю. Прошла весна, наступило лето. Ну и, в общем-то, с апреля месяца, мне кажется, я ни одного гвоздя здесь еще не вбил. Потому что огород, куда ж без него. А огород отнимает очень много времени. Пойдемте теперь на огород, покажу вам, как он изменился. Вот сейчас, друзья, я сижу практически в огороде. Спросите, почему? Да все потому, что в ноябре 2019 года, когда я решил строить этот дом, это все произошло очень спонтанно. Здесь был огород, вот там были посажены тюльпанчики, чесночок. Вот здесь росли всевозможные цветочки. И все это, ребята, ушло под сваи, под наш фундамент, потому что именно в ноябре, когда уже все, что сажается осенью, там луки, чесноки, тюльпаны и прочее, было посажено, мы начали строительство этого дома. От этого огорода остался только кусочек. Когда-то здесь были грядки, ну а теперь тут красивый цветник, который украшает наш участок. И когда выходишь из дома, очень приятно посмотреть на цветы, которые фактически тут растут весь теплый сезон. Ребята, вот он новый огород, который переехал оттуда, с того места, где сейчас стоит дом. Он хотя и раньше здесь был, ну просто получается, мы немножко уменьшили нашу посевную площадь. Часть огорода у нас переместилась вот на это вот поле. Здесь, как вы видите, и картошка, которая вот уже у нас зашла, и кабачки, и капуста, и лук. Пусть всего хоть по чуть-чуть, но свое. Поэтому вот и делаем вот такие клочки, где сажаем то одно, то второе, то третье. Еще год назад, ребят, вот в этом самом месте была большая куча щебенки, куча песка, которую я много-много лет назад сюда привез и высыпал еще за границей тогда своего участка, который был несколько меньше, чем сейчас. И вот, наконец-то, все это полностью было потрачено в прошлом году, когда я реконструировал свой гараж, о чем тоже есть видео на канале. И в этом году я задумал на этом участке сделать бахчу. Но как-то так получилось, что май выдался холодным, и все мои бахчевые культуры, в общем-то, не прижились. А вообще, это такой центр притяжения, который получился у меня в саду. И центром притяжения это место стало совершенно не случайно, потому что здесь вот у меня выходит очередная точка моего летнего водопровода, который я сделал буквально вот этой весной. А такое ощущение, что он здесь был все это время, вообще ни следа не осталось. Выросшая на этом месте ольха, которая выросла каким-то чудесным образом, поэтому я его к чертовой матери спилил и из остатков пня сделал вот такой вот удобный столик. Ну вот, например, на этот столик можно, видите, положить вот такую детскую игрушку. Или просто поставить кружечку холодного пивка, выйти из жаркой теплицы и сделать глоточек. Ну, кому как больше нравится.
Не могу, друзья, пару слов не сказать вот про эти две большие ивы. Когда-то их было три. Одна из них упала, ее повалило сильным шквалистым ветром. И после этого я задумался, блин, как-то уже опасно, слишком высокими они выросли. И тогда я задумал их немножечко преобразовать. Осенью взял и просто поспиливал вообще. От этого пострадал мой сарай, потому что одна из веток упала и сломала его к чертовой матери. Просто сарай согнулся пополам. Но зато, благодаря этому, вот эти деревья пустили новые побеги, новые ветки. И сейчас у них, можно сказать, вторая жизнь. Вот эти вот качели, на которых я сижу, я их делал примерно 20 лет назад. И это вот самая оригинальная веревка и даже оригинальная дощечка. А веревка вросла в дерево и... Хоть этот сук уже практически высох, мне очень жалко все это срезать, такая, знаете, память. Яблоневый сад – еще одна гордость моего участка. У меня растет 6 больших старых яблонь, которым уже по 30 лет. Несколько лет назад я провел омолаживание своего сада, обрезал лишние ветки, немножечко сделал более компактную крону, сделал пониже. И вот, наконец-то, первый год, когда я вижу... что завязей много, завязи образовались достаточно хорошо. Есть они какие вредители, которых, к сожалению, становится все больше и больше в наших садах, не попортят вот этот потенциальный урожай. Я думаю, что осенью я могу похвастаться хорошим урожаем яблок. Гамачок за 2,5 года, ребята, не изменился. Он все тот же самый и все так же радует вообще всех, кто на него прилег. Хочу вам открыть секрет, это одно из самых популярных мест в нашем саду, потому что летом в яблоневом саду здесь тень, ветерок легкий, прелесть просто. Только вот жаль, когда ты встал на стезю дачника, а еще и блогера, тебе точно не до гамака. Ну, хотя бы гости получают удовольствие, это уже очень дорогого стоит. Не могу не сказать пару слов про сарай. Как говорится, вот этот сарай — яркое доказательство того, что нет ничего более постоянного, чем временное. Когда мы строили его в начале 90-х, люди, которые помогали это делать, говорили: сейчас пока сделаем вот так из того, что было, а лет через 5 сделайте себе нормальный на фундаменте с погребом каменный. И вот он так простоял 10 лет, 20 лет, 30 лет. И вот к окончанию его, к его юбилею, 30-летию, я его решил немножечко облагородить. Покрыл профлистом, который, благо, у меня после разбора дома остался в достаточном количестве. Использовал тот же самый сайдинг, который у меня остался с дома, для того, чтобы сделать покрасивее мой сарайчик. Еще 3 недели назад вот на этом месте у меня стоял старый деревянный туалет. Я по этому поводу даже снял такое смешное видео, где я говорил, что все, теперь мой участок находится в 21 веке. А что касается сарая, да, снаружи я его облагородил, он стал красивым, но внутри еще предстоит небольшая реконструкция. Пока не буду вас туда приглашать, потому что, ну, кому нужен старый грязный сарай? Не могу, друзья, не сказать пару слов об этой тачке. Я не знаю, кто ее и зачем сделал, и даже не знаю, когда ее сделали. Тут такие металлические колеса на металлических осях, из уголка сваренный корпус. Эта тачка нам досталась вместе с домом. И когда мы вывозили весь этот мусор, зачем-то я эту тачку пожалел и не стал вывозить. Она очень долгое время просто стояла в углу, как тачка она нам не пригодилась. И вот каждый год мы ее вот таким образом сюда вытаскиваем, ставим на нее разнообразные горшки с цветами. Видите, в этом году это будет герань. Не могу не сказать несколько слов про свой гараж, ребята, потому что за 2,5 года он тоже шагнул из 20 века в 21, а может быть даже из 19-го. Когда-то дождливыми ноябрьскими днями с моим братом мы сварили этот гараж. Как говорится, из того, что было, поставили его на кирпичные столбики. Фактически вот он без какого-то либо изменения прослужил верой и правдой. Но опять почти те же самые 30 лет, потому что все это строилось в один и тот же период, где-то с 91 по 95 год. И в прошлом году я наконец-то решил кардинально вообще изменить жизнь этого гаража. И самое главное, что я сделал, это вот этот фундамент. Я поддомкратил свой гараж,
выставил его на столбиках, сделал арматуру, залил все это бетоном, сделал вот такие вот отливы, провел электричество, сделал хорошее освещение. Короче, у гаража вторая жизнь. Даже дом немножечко преобразился за эти 2,5 года. Сначала он был не крашеный, потом на нем вот появился там кондиционер. Ну, как и всегда в любом хозяйстве, дом живет, приобретает какие-то шрамы, ну а может быть наоборот, приобретает какие-нибудь новые одежды. Почему я именно сегодня вам захотел об этом рассказать, а каким был мой участок 2,5 года назад и каким он стал сейчас? Ну, наверное, потому что в ближайшие пару недель здесь произойдет очередная метаморфоза. Я планирую сделать наконец-то дорожки, как и во всех нормальных цивильных домах. Уже будем ходить не по траве, да, уже будем ходить по дорожкам. И останутся такие пятна травы, на которых будут посажены кустарники, на которых будут посажены разные деревья. Вот, друзья, когда-то давно вот это было самой периферии моего участка, самым краем, и мы здесь, ну, делали, не знаю, какое-то подобие цветника, ну, даже не знаю, подобие чего. Здесь вот и барбарис желтый, и барбарис фиолетовый или сиреневый, не знаю, сиреневый, и айва, которая красиво цветет, и сирень, ничего здесь только нет, и жасмин. И вот здесь, как раз-таки в этом месте, все это как-то получилось очень скучно, очень, ну, не к месту. Поэтому я это отсюда все уберу и посажу перед домом, там, где это как раз-таки будет украшать участок, украшать двор. Не знаю, что делать мне с моей беседкой. Когда-то я ее построил, как говорится, из того, что было. Сейчас это временно. Она превратилась в хламовник какой-то старой мебели, которая была в бане, и всяких ненужных вещей, которые я разгребу. Но у меня дилемма вот такая. Оставлять ее здесь, и пусть она будет здесь таким, знаете, закуточком тишины на моем участке, где можно уединиться и поболтать, или разобрать ее. Не знаю, никак я не могу определиться. С одной стороны, понимаю, что время этой беседки ушло. Скорее всего, все уже, она свое отжила. С другой стороны, жалко все-таки творение рук моих. Вот с этой перголой за 2,5 года ничего не произошло. Она здесь как стояла, так и стоит. Розы здесь как цвели, так и цветут. Ну, а закончить я это видео хочу здесь потому, что как раз-таки произойдет, ребята. И это тоже переместится туда. Сегодня я вас познакомил с тем, как меняется мой участок. А если вы тоже дачник, можете сравнить со своими изменениями. Можете написать в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Или что бы вы сделали по-другому. Или можете похвалиться, а как у вас. С большим удовольствием почитаю, отвечу вам, поставлю лайк вашему комментарию. С вами прощаюсь и пошел дальше благоустраивать свой участок. Ну, о чем вы увидите в моих следующих видео. Пока, ребята!